проходит районный этап областного конкурса чтецов, посвященный году экологии. Называется он «Страна моей души». В жюри у нас сегодня присутствует директор драматического театра Соколов Андрей Андреевич, эксперт управления по культуре Истринского района Смирнова Юлия Александровна и директор Истринской ЦБС Вартанова Татьяна Владимировна. Критерии на самом деле придумывали не мы, это условия областной детской библиотеки. Учитывается выбор темы, тембр, эмоциональная окраска, ну, все как всегда при чтении стихов. И на солнце искрящимся снегом, и прохладой ручья в летний зной, красотой весеннего луга, ароматом некошенных трав. Впрочем, нужно признаться к счастью, что разбойничий тот народ нас не полным составом ждет, а лишь хищной своей частью. Сам комар кровоядно тихий, от рождения он не зол, а кусают на зло и лихо только женщины, комарихи. Кто тебе посоветовал такое стихотворение, которое ты читал? Даже учитель, здесь есть юмор и вообще очень интересно. Здесь очень много тоже больших, хороших стихов. Она моя. Мой секрет очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Все начиналось с фуэте, когда земля, начав вращенье, как девственница в наготе, разволновавшись от смущенья, вдруг раскрутилась в темноте. Только вдруг молодой ровно его кто по боку стукнул. Проснулся, глядит, а перед ним на грудине руды у большого камня женщина какая-то сидит. Меня вытолкнули, можно сказать, на этапе повторения. Я сидела, повторяла уже, я не знаю, какой пятый, шестой раз. И вот вчера я только приехала, за день выучила прозу и сегодня рассказала.